Сегодня у нас в гостях Анна Волгина, лидер сообщества «Нежный бизнес», генеральный директор компании «Event Corp» и Ирина Жданова, генеральный директор интеллектуальной вселенной аутсорсинга. И мы поговорим о мероприятии, которое называется «Недетский форум». Здравствуйте. Очень интересное говорящее название «Недетский». Для кого предназначено это мероприятие? Мероприятие предназначено для подрастающего нашего поколения. Это аудитория 14-21 год. Те ребята, которые уже проявляют себя в предпринимательстве, в волонтерских движениях участвуют и делают что-то своими руками, реализуют свой товар. Когда пройдет мероприятие и вообще как родилась идея его проведения? Мероприятие пройдет 21 апреля в кинотеатре «Искра». Вообще, откуда возникло это желание? Глядя на наше подрастающее поколение, на своих же детей, на их окружение, видно, что у них просто неисчерпаемый потенциал. И хочется всячески им помочь, поддержать, потому что взрослые могут все, дети могут все остальное. Поэтому при поддержке администрации в рамках некоммерческой организации «Нежный бизнес», «Союз содействия женскому предпринимательству», мы решили реализовать данный проект в помощь нашим будущим. Какая программа? Программа очень насыщенная у нас планируется. Это вообще популяризация молодежного движения, предпринимательства, волонтерства и хедмейд. В фойе у нас будет происходить выставка изделий ручной работы, будут работать образовательные учреждения и проведены будут мастер-классы. Также у нас будет интересная интерактивная история с интервью, которые будут брать непосредственно дети. То есть вся идея проекта в том, чтобы показать нашему молодому поколению, что они все могут. Они могут принимать участие в таких крупных мероприятиях в качестве и организаторов, и участников. Такой интересный момент у нас то, что спикерами также будут являться дети. Такого еще мы не видели. Это, наверное, такая изюминка нашего проекта. Сколько предполагается участников? Сколько уже заявлено? Заявлено уже более 150 человек. Мероприятие будет делиться на 3 секции. В каждой секции у нас выступит наставник, который расскажет о том, зачем становиться волонтерами, что это дает подрастающему поколению. В предпринимательстве дети смогут узнать о искусстве самопрезентации, о том, как получить финансовую грамотность, о том, что такое нейросети, потому что мы сейчас непосредственно каждый день сталкиваемся с этим, и наставник поможет им прийти к тому решению, как правильно встраивать в продвижение себя и в учебе, и если они уже являются молодыми предпринимателями, такие системы. Также у нас будет секция «Хедмейд», и ребята нам расскажут, как они что-то сделали своими руками и, допустим, реализуют свой товар, или зачем им это нужно было, как они пришли из этого хобби и перерастают уже в бизнес. То есть, соответственно, они могут не просто поучаствовать, но и продать, реализовать какую-то свою продукцию, идею. Обязательно. Да. Нам всегда нужна эта обратная энергия. Вот. И как раз на мероприятии они узнают, как правильно это сделать. То есть наставники наши им расскажут все и помогут. Поэтому всех детей можно с родителями. Мы с удовольствием ждем и приглашаем 21 числа в кинотеатр «Искра». В 12 часов у нас начало, в 13 часов у нас уже открытие официальной части, где будет присутствовать администрация Ленинского городского округа. Нас также поддерживает видное телевидение, видное радио. Придут представители из банка. И много наставников вообще с Московской области приедет для того, чтобы действительно рассказать о важности этого проекта. Ирина, все-таки мероприятие без взрослых тоже не обходится. Вот какая роль взрослым отводится здесь? Ну, взрослые – это больше как в рамках поддержки. Потому что вся основная идея действительно была возложить максимальную ответственность, чтобы дети почувствовали, что такое организация, участие и, соответственно, развитие, продвижение своего личного бренда. Потому что дети, как правило, часто они очень стесняются, даже при всем при том, что ты видишь, что он очень талантливый человек в каких-то разных сферах. Поэтому родители больше как поддержка, наставники. Вообще, вот вы как представители бизнес-сообщества, насколько у нас молодежь в нашем муниципалитете талантлива, насколько вот у них есть жилка какая-то предпринимательская? Ну, я считаю, что сейчас как раз молодежь
рулит движением и по бизнесу в том числе, и непосредственно на нашем мероприятии будут представлены участники в качестве спикеров, которые только-только вышли у нас и перешагнули ту черту из молодежи уже чуть более во взрослый возраст. И они расскажут свои кейсы продвижения, как они стали предпринимателями и как у них получилось уже выйти на определенный уровень. Это достаточно интересно, и я думаю, что это как раз заряд для тех, кто будет присутствовать в зале. Ведь мероприятие у нас не просто лекционное, а взаимодействие и интерактив. То есть здесь будет полное погружение наших гостей в процесс. Их с ними будут взаимодействовать, их будут приглашать на сцену. Они будут непосредственно принимать участие во всех процессах. Анна, есть еще что-то, что добавить к информации? Да, у нас в рамках мероприятия между секциями будут еще выступать творческие коллективы нашего Ленинского городского округа и приглашенные коллективы из Московской области и из Москвы. То есть здесь как раз хочется показать ребятам, что насколько многогранен наш мир и их возможности, чтобы они зарядились вот этой атмосферой и поняли действительно, по какому пути им дальше идти. Анна, Ирина, спасибо, что пришли. А я напомню, что у нас в студии были Анна Волгина, лидер сообщества «Нежный бизнес», генеральный директор компании «Ивент Корп» и Ирина Жданова, генеральный директор интеллектуальной вселенной аутсорсинга.